Всем привет, это Дмитрий, канал Порубали, Action Doom, наша контрочка, продолжаем. Нас привезли, собственно, на место высадки, и которое очень сильно напоминает, ну, лично мне, карту джунглей из супер-контры. Вот не из контры, а из супер-контры, именно из второй части. Вообще, если вспоминать дэндевские игры, то, наверное, самая моя любимая, которую я действительно проходил неоднократно еще в детстве, это была супер-контра. Ну, чё, посмотрим, насколько тут все прикольно воплощено в жизнь. Прыгнули с вертолетика. Вертолете, конечно. Три полигона, две теньки. Ну да ладно. О, это что, импятина? Глаза светятся. А не, это похоже, это не импятина. Похоже, это тупо солдатня. Да-да-да, это тупо солдатня. Теневая. В камуфляжике в теневом. Сплинтерсельчики такие нас атакуют. Ну чё? С ними мы пока справляемся на ура. Они не представляют особой угрозы. По крайней мере, на первый взгляд. Но все равно сохраняться мы будем. Вот сейчас вот выходим на открытое пространство, и мне уже кажется, что пришло время быстрого сохранения. Так, о, пушечки. Блин, вот эти пушечки, как я уже понял, они убиваются очень долго, на самом деле. Это то, что меня не очень радует. Некоторые боссы и враги, они... Им прям нужно... крайне большое количество дамагарова, чтобы их уничтожить. Пожалуй, да, это тот момент, который в этом модике меня достается уже с самого начала. Так, минус одна пушечка. Кто-то еще там стреляет издали. И вторую ушатаем, чтобы нам не мешало. Отлично. Ой, как ты далеко. Ну ничего, мои неторопливые, как бы, кругали до тебя, мне кажется, рано или поздно доберутся. Или нет? Если что, я обгоню снаряд. Я попытаюсь убежать от пули. Ну ты там помрешь, нет? Я упаду? Ух ты, ой, ёшкин кот. Спрайтики выглядят как бы нормально так, но когда ты смотришь вниз, это... Фух. Ощущается супер ненадежным. А, вот теперь его можно убить, полагаю, да? Ай, блях! А. Ну ладно. Означает ли это, что я... Значит, означает. Ладно. F9. Просто там еще лодочка стояла. Я подумал, а вдруг... Ай, блин, эти пушки. Надо было сохраниться после пушек. Что ж ты будешь делать? Зараза, блин, F9. Давай, Димон. Быстренько, быстренько гасим их. И идем дальше, потому что... Это не тот момент, на котором я ловлю кайф, на котором мне хотелось бы останавливаться долго. F9. Блин, 3 метра и эти снарядики. Я понимаю, что уклоняться от них легко, но порой тебе просто влом этим заниматься. Давай, давай, давай. А может просто проигнорировать их? Да не, не буду игнорировать. Иначе как я буду тактику, стратегию продумывать прохода через мост, когда мне в жопу будут палить? Это совсем не дело. Ага, все, быстренько сохранились. И пробуем. Значит. Давай убирай, умирай, умирай. Ёма! Ёма, она... Интересно. Ладно. F9. Ладно. А как же сквозь тебя пройти-то? Или может нужно упасть резко на лодочку? Нет, на лодочку мне не дают. Очень странно. Очень странно. Я могу прыгать, если что. Я могу вот так вот. Опа! А, или не могу, он тупо рушится подо мной. Он снарядик летит. Видим, видим. Так, ну я даже не знаю, так тебя не завалить. Мы можем перепрыгнуть. И перепрыгнуть снова могли бы, если бы я не лоханулся. Ладно. Прыгаем взад. Да прыгаем взад. Дима, бля, прыгай взад. Ты чё, взад никогда не этовался? Оп, да что ж ты будешь делать-то, ёшкин? Я нажимаю прыжулю. А, нет. Второй прыжок у меня уже тупо не получается сделать назад. Ладно. Значит, нужно как-то тактить. Так, мои снаряды тебя не настигают, да? То есть ты у нас infinite lives. А, можно просочиться сквозь тебя. Ладно. Давай попробуем просочиться. Чё-то какой-то тупарик, ребят. Да, просочился. Куском мяса, но просочился таки.
Затык прям в самом начале. Ладно. Разберемся. Опа, 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 опа. Ну ты помрешь там? О, все. А эти пока не атакуют. Или атакуют? Не знаю, но мне нужно нажать F6 срочно. Слушай, пятничковый моментик был так-то. Не самый простой в моей карьере геймера ютубовского. Хотя казалось бы. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Наглые засранцы. Прячутся за деревьями. Как бы взад мне никто не заехал. Ну, в смысле, внезапно спрятался бы там за кустом заебоманным. А потом бы атаковал меня с тылов, так сказать. Не то чтобы тут искусственный интеллект в думах был бы настолько хорош, но его могут тупо поставить вон куда-нибудь сюда, я не замечу. Такое говно происходит только в путь. Следующая секция. Чё, опять пушечки? Да, опять пушечки. И не только. И не только ёбаные пушечки. Но еще и огромная, блядь, куча солдат. Просто неебовая куча солдат. А чё мне с вами делать? У меня оружие-то раз до два. Ладно. Вариант. Самоубийца всегда вариант. Но не в реальной жизни, конечно. А в гаминге. Ё-моё, ну тут, конечно, самый лютый уклонист бы не уклонился, на самом деле. Даже тот, кто бегает от военкомата на протяжении 8 лет, и то не смог бы, блин, уклониться от подобной хуерги. Прям какой-то лютейший за месяц, честно говоря. Серьезно. Пробуем, похуй. В принципе, главное просто следить за снарядиками, что не так просто в 3D окружении, но все-таки возможно. Потихонечку вот так вот. Сейчас пойдем по кругу, может их перестреляют пушки. Да, на самом деле, мне кажется, вот так вот бегать по кругу — это самое оптимальное решение наших проблем. Сейчас бы и сохраниться неплохо было бы, подумал я. Ага. Сначала сгоняем их всех в центр. Сгоняем в центр, Дима, блядь. Вообще такие беспалевные стоят. Конечно. Блин, видел, как мне в лицо эта штука летела. Но это меня не остановило. Я все равно, как бы упорно. Шел на снаряд. О, тут можно спрятаться, кстати. А нет, нельзя. Солдаты все-таки атакуют рано или поздно. Поздно, блядь. Что ж ты будешь делать? Ладно, погнались. Вот это реально называется пустить по кругу главного героя. Не хотел бы я оказаться в такой ситуации в реальности. Так, ну кажется, у меня получилось. У меня получилось в центр их поместить всех. Да ёб твою мать. Ладно, эта серия будет дольше, предыдущие, очевидно. Но, в принципе, я и не рассчитывал на то, что мод будет простым. Как только в первом уровне появился танк, я уже понял, что... очень просто мне тут не будет. Я не вижу ничего, блядь. Так. Затупчики, ребят, затупчики. Это супер непросто оказалось. Оказалось супер непросто. Чего вы все в середину не идете, ёптвою мать? Давайте в серединку. Давайте все сюда. Все в серединочку. Так, ну вот, по-моему, все вышли с краев. Главное не застревать в ебучих деревьях. Не застревать в ебучих деревьях, я сказал. И почему ты постоянно клацаешь на мышку? Просто, блин, держи и все. Снаряды летят тут с такой же быстротой, когда ты просто задерживаешь мышку. Не обязательно на нее кликать постоянно. Так. Не-н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 е. Бляха. Сейчас почти получилось. В яйцо прям. Прям в лицо же летел, сука.
да! Попытался обогнать его, бежа назад. Но не тут-то был. Не все так просто, блядь. Так, получилось, получилось. Отлично. Еще кружочек пройдем. Не застреваем ни в чем. F6. Фуф. Сохранил. Вот это я сгорцанул сейчас. Вот это я горцанул, бля, по-божески вообще. Стоять. Так, минус одна пушка, когда будет? Нет! Сука, так и знал же, знал за секунду до. О-о-о, сохранился я, конечно, в очень удачном месте. Да куда ты один паренек, блин, никчемный. Давай-давай, убиваем, убиваем. Минус одна пушечка, давай-давай. Блять! Ну F9, алло. Трипово. На самом деле, достаточно такие. Блин, меня бесят эти пушки. Меня бесят эти долгоиграющие противники, блядь. Стационарные пушки. Пока что худшие, блядь, из бед. В этом моде это ебучие стационарные пушки. Вот сколько тебе нужно снарядов, блядь? Сколько тебе нужно пестика? Нахуй, чтобы помереть. Просто сколько, скажи мне. Может я в него, может надо в этого, может... Буду лупить в ближних пока что. Я одну взорвал, я видел. Средняя взорвалась. Отлично. Да, ну игрок из меня, конечно, блядь, не дай боже никому таким геймером быть. Ну да ладно, в принципе, тогда же потешнее, наверное, на запись будет. Главное, не сильно тупорожить. В край не сговнить. Блин, прям перед лицом, когда это мелькает, это немножко стрессовая ситуация, на самом деле. А-а-а! Блядь! Ладненько. Может, тоже по кругу бегать, как раньше? А чё? По кругу тебя точно не заденут. Хотя нет, заденут. Если ты начнешь вот так вот тупорожить, блядь. Если ты врежешься в дерево на ходу. Было бы забавно, если бы этого момента было можно избежать просто. Просто пробежать мимо. Но нет, кажись, нет. Там никаких зазорчиков в деревьях не имеется. Это же просто, Дима. Тайминг. Смотришь тайминг, да стреляешь. Хотя их тайминг порой изменяется. Они несимметрично стреляют. Они могут выстрелить почти все разом, а могут поочередно. Притом очередность временная не сохраняется постоянно, скажем так. Констант тут особых нет. А еще можно впилиться в дерево и застрять, блядь. Дима, не бузи, блядь. Не бегай, как идиот, нахуй. Ты убил уже одну пушку. Блядь, я не могу следить сразу за двумя. Это меня угнетает. Игра, ты заебала угнетать бедного игрока. Я достоин большего, игра. Взрывайся уже, все, слава богу. Фуф, минус. F6. Так, дальше что? Открылся проход. А он был закрыт, А ведь я не помню. Было бы забавно, если бы он был открыт. Я помню, что в конце того уровня джунгли и суперконтры был механический павук, а финальным боссом была стиралка. Ну, некое подобие стиральной машины. И мне казалось, что это стиральная машина, по крайней мере. Вот она, да? Басецкий. Чё пишет? UAC. Проникшие будут застрелены. Опасность, импятинка. Может, пойдет на превьюшку? Да не, не думаю. Как-то слишком куцевато для превьюшки. Ёбаный в рот. Интересно. Интересно. Где музыка? А, можно выйти отсюда. Так отсюда можно выйти. А, ну слушай, если отсюда можно выйти, у меня тут... Куда ты пошло? А я попадаю в него? Блин, а я в него попадаю через решетку. Лоховское создание. Ну я, правда, сейчас сдох. Но так эта жопа больно быстро стреляет. А можно тебя с ножа? Ну, можно, конечно. Но смысла в этом немного. Она резко атакует. Ну, давай попробуем побегать вокруг. Не, не побегаешь особо. F9.
Ладно, погнали. Ну хотя бы для превьюшки тебя. Поймать как-нибудь для превьюшки. Ладно, поймал, например. Если что, поставлю. Блин, она так быстро стреляет в ответ. Я надеялся поймать ее для превьюшки нормально. Все, сейчас уходим просто. И отстреливаемся по-тихому. А все, она меня не видит, хотел сказать, но нет. Стреляет только в путь на самом деле. Сохраняться через каждую секунду я не хочу. Потому что так никакого этого самого. Никакого кайфа от игры не будет. Но постараюсь поосторожничать. О, минус. Ну у тебя и рык. На этом нельзя помереть. Эти штуки не это самое, не убивают. Давай проверим. Нет, но они выглядят достаточно мерзко. Живые сопельки. Ладно, это еще не конец Мишина. А, это я их давлю, типа, да, когда хожу. Как в Дюке Нюкеме. Прикольно. Ладно, подавил все соплятинку. А вот и... вот и надпись «Скоро». Она всегда у меня, кстати, тут была. Это конец уровня или нет? Что это такое? Не знаю, на это не подвзорвать.